Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий. Пожароопасный период в сургутских лесах начнется после схода снега. Территория, которую они занимают, 4500 гектаров, а парки и скверы более 200. Еще порядка 9000 гектаров леса федерального значения, которые попадают в зону городского округа. Ежегодно в окрестностях Сургута происходит до 100 возгораний. В прошлом году был один серьезный пожар, в котором пострадал 31 гектар леса и был причинен серьезный ущерб. По Сургутскому району в 2013 году произошло около 70 пожаров. Виновные лица в двух случаях были возбуждены уголовные дела в отношении лиц, которые оставили эти костры без присмотра. Лица обнаружены, установлены и дела благополучно доведены до суда. Судом лицам назначены соответствующие уголовные уже наказания. Смотрите программу «В центре событий» каждый день на телеканалах «Сургут Интерновости» плюс СТС, ТВ3, ТВ-центр. Достоверная информация из первых рук. Злободневные проблемы и пути решения. Резонансные происшествия. Программа «В центре событий» каждый день.